Это Азов! Азов, здорово! Уу! На тебе с РПГ! Бах, лови! Лови базуку! NextBo плохому... не знаю, не научит. Всем привет, с вами NextBo, и мы сегодня поиграем в игру под названием Zombie Imprisoned. Это игра про то, как надо защищаться от зомби. И я тут уже немного играл, у меня тут есть уже прикольные такие оружки. Я на втором уровне. Безопасные аномалии? Что, простите? Это вообще где я? И тот, кто на меня не подписан, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы не пропускать мои новые интересные видео. Ну а мы начинаем. Поехали! А я, мне кажется, уже давным-давно начал. И пора валить отсюда. Ой. Извините, я нечаянно! Я сюда нечаянно пришел. Дайте пройти. Дорогу. Дорогу, NextBo! Ух, ничего себе тут. Народу. Хопа, хопа. Перепрыгиваем через зомби. Валим, валим. Бах, 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 бах. РПГ! Бам! На! Взрывай тут все! Бум! Нормально. Пиу, пиу. Норм, живем. Живем. Прицел. Бумс, бумс. На, на. С какого-то мега-крутого карабина стреляем. Чувак, сзади, сзади, сзади. Бах. Бумс, 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 давайте, ребята, мы отобьемся. Мы что, вдвоем на сервере? Ну, если это так, то это прикольно, конечно. Нам больше всего достанется, но... ну, мне как бы лишние руки не помешают. Эта пушка, она очень жесткая. Ну, правда, не как Мосина. Трехлинейка. Трехлинейка. Но все равно жесткая. Довольно-таки. Ой, перезарядка. До свидания. Опа, все баррикады перестроены. Это хорошо. Пуф-пуф-пуф-пуф. Красная сфера души заполнена. И что? И что дальше? Пусть она дальше будет заполнена. Кабар! Чон-чон! Шва! Не понял. Что за... Шварк! Зомби уничтожи. А, нет, настроил уже. Все нормально, пацаны. Уу! Круто! Настроим. Мы можем вот так вот прилечь, вообще лечь, сесть, встать, и все. Это на все, что я способен. Встать. Аккуратно. Выглядываем из-за угла. Пиу-пиу. Отстреливаемся. Чувак, тебе нужна помощь? То есть я. СМ-9. Опа. Нормально, у меня бронзовый кейс появился. Почему бы и нет? А как его взять? Событие? Нет, это не событие. Это оружейное? 1500 очков. Да у меня вроде бы есть, да? Все норм, да. Кейсы. Открыть. Открыть все. Нормально, мне куча всего выпало. Открываем. Эй, уйди, штука. Открыть вот этот. И деньги выпали. Круто, 7000 у меня теперь есть. Ну что, думаю выйти, да? Это можно тут посмотреть. Оружие какое можно, нужно купить. Ничего себе. Ух, ничего себе тут. Ладненько. А, стоп. Или тут нужно каждую отдельно покупать? Нет, вроде... Я сейчас себе возьму другую винтовку бандолье, а я сейчас возьму машинган. Вот так вот, да? Давай, берись. Где взять? У меня вопрос. А, вот, все, взял. Нормально. Возвращаемся, выйти. Все, я взял вот эту вот штуку, этот пулемет. Полуавтомат, полупулемет. Полупистолет, полуавтомат. Я не знаю, как это правильно назвать. Держите, ребята, двойной урон. NextBo плохому, не знаю, не научит. Аномалии Кеттера. Тут, мне кажется, все аномалии. Тут вообще все в аномалиях. Нормально, я могу помочь. Я еще ни разу не стрельну, как так вообще? Опа, проникаем в здание. Тут можно заремонтировать немного. Ползучий. Выход. Ползем к выходу. Это зомби должен был говорить, а не я. Идем к выходу. Опа-на, я уже внизу. Выход. Интересно. Ой, думаю, вниз туда лучше не падать. Мы вообще в каком-то непонятном здании, как я понял. О, нормально. Приготовьтесь к следующей волне. Где я вообще хожу? В каких я вообще местах? Нам нужны патроны, наверное. Вон туда, к патронам бежать. Two. Мне кажется, нам она что-то говорила. 5, 4, 3,
two, one, go. Или мне показалось. Ой, здорово! Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Аккуратно. Проходим вот сюда. Опа, здесь никого. Вроде нет. Вроде не нет. Эта пушка пока одна справляется сама. О-оу. Спасибо, пушка. О, тут что, с него чего-то выпало. Что это? А, это все баррикады перестроены. То, что нужно. У нас как раз все баррикады были сломаны. А где все мои челики? Они там где-то. А пули? Ой, здрасте. Это не то, что... А, ну ладно, та штука меня спасла. Нормально. Ух, ничего себе тут. На нас напали. На нас напали, ребята. Ребят, мне показалось то, что там сейчас какой-то... Ой, жесткий чувак. О-оу. Кажется, придется справляться кабаром. Ножика. Есть, все. На. Минус, минус. Просто всех уничтожу. Я всех уничтожу при помощи ножа. Давай, один на один. Ха! Что, страшно, да? Не, вот так тебе. Будешь знать, как связываться с Nexbo. Ой, там чуваков. А, это последние остались. Где ты там? Где ты там? Я бегу на тебя. Иду. Бежим. Вот они. Все, цель уничтожена. Стой, пыр, ты кто? Это Азов, Азов, здорово. Уу. Да, здорово, Азов. Привет. Просто привет, Азов. Тут вообще, у меня видосик идет, а ты ко мне пришел. Перезарядочка. Мне очень нравится. Таинственная машина. Но это надо купить здесь что-нибудь в этой таинственной машине. Главное, чтобы меня сейчас не подбили в этой таинственной машине. Давай. Аномалия 914. Давай, давай, давай. И что это? Какая-то пушка. Нормально. СГ какой-то крутой. Надеюсь, то, что он крутой. 30 патронов было. А должен быть 31. Не подходите к Азову! Хова! Ра-та-та-та-та! Ра-та-та-та! И перезарядка довольно быстрая. И урон намного больше, чем у той пушки. Ух! Ё-моё! Беги! Ран! На тебе, СРПГ! Бах! Лови! Лови базуку! Нормально, все, завалили. Что это? Максимум патронов! Нормально, мне вернули патроны. Надеюсь, то, что такая таинственная пушка есть на каждом раунде. Чуть-чуть подкрепляешься, 750, и тебе дают крутую пушку, а чё нет-то? Ой. Нормально. Справляемся. Думаю, ты там сам справишься. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Чё это такое? Всё, я это взял. Защитник. Все баррикады перестроены. Лишним не бывает. Мне показалось? Или там был народ? Не подходить! Тут опасно! Зомби, вы не должны проникнуть! Ой! Сейчас он взорванет! Проломили баррикаду! Ничего, прыгаем вниз! Нормально. Погнали дальше. С перезарядкой в руках. Бежим, бежим, бежим. Там остатки зомби остались. А я пока что бегу к... Это что? Это... Плюс 100 здоровья. Джаггерблокс. Какой-то... Непонятный автомат. С какими-то батончиками мега крутыми, видать. Аномалии Кеттера. Евликидные аномалии. Мы что, в зоне 51? Что ли? Я просто не понимаю, как. Как-то в голове не укладывается... Что здесь вообще происходит? Туда надо. А, этот чувак сейчас с ними со всеми справится, да? НЛО. Подготовьтесь к следующему. Заполните все 4 сферы души, чтобы разблокировать машину. 115 пак Эпанч. Что это значит, я не знаю. Видать, какая-то машина, да? А сферы душ? Где эти все сферы душ?
Их, ну, давайте, ребят, сейчас мы будем бегать и заполнять сферы душ. Почему бы и нет? Чем мне еще заняться на этой военной базе? Правда ли? Вроде бы... Эй, что у меня все зависло? Вроде бы там была какая-то. Или нет? Еще одна НЛО? Вот, сфера души. Давай. 4 сферы души, что это все значит? А я что, вернулся? Похоже на то, я вернулся. А ну стоять! Не понял, что за такая... Что за неполадки? Чуваки, у нас, кажется, проблемы. Старший сержант. Нормально у нас здесь старший сержант ходит. Безопасные аномалии. Четыре сферы души. Да где эти 4 сферы души брать? Это вообще. Погнали. Инста-убей. Мгновенное убийство. Почему бы и нет? Где все вообще? Где вообще все? Вопрос. Я такой, на засыпку. О, это что? Серебряная пуля. А ну стой! Не понял. Что это у нас такое? Непонятно. Непонятка. Ну, этот тут сам справится со всеми. Идем вот так с прицельчиком. Хотя, думаю, здесь прицел не пригодится. И интересно, что будет... Не подходи. Я опасный. Интересно, что будет опять, если вот эту вот штуку открыть? Проверка. Купите третий пистолет. И этот третий пистолет, это... Не подходи. Нексбо опасненький. Где вообще... Кто тут хрустит? Это вот эта вот пушка, да. Я как понял, мы на нее сейчас патроны, да, взяли. Мы на нее патроны взяли. 30... А нужно 31 патрон. Или мы просто перевзяли пушку. И просто так потратили вот эти вот баллы, очки желтые. Где все? Я не понимаю, чувак, тебе здесь помощь нужна? Нет. Что вообще здесь происходит? Выход. Почему выход? А есть ли что-нибудь тут? А? Что, никого не водится? Видать, да. А это что? Все 4 сферы души, чтобы разблокировать. Где эти мне сферы душ-то взять? О, я вот туда побегу. Мне кажется, я тут первый раз пробегаю. Или нет? Не, не похоже. Аномалии Кеттера. Ой, здорово! Здорово, зомбак! Опа! Я внес вклад в науку. Кто? Это выход. Там выход. А не зомби, как мне показалось. А как попасть? Это что, издевательство? Здорово, сержант! Оп! Перепрыгнул сержанта. Теперь сержант не вырастет. И-я. Опа-на! Изменение карты. Думаю, на этом изменении карты можно и заканчивать. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на меня. И всем пока-пока. Ну а мы пока подготавливаемся к следующему раунду. Да, ребят?